Для пассажиров метро открыли новую выставку в поезде-музее. Ее посвятили 95-му юбилею Русского академического оркестра. Создавался он как кружок музыкантов-любителей. Сегодня это один из старейших профессиональных коллективов страны. И более 40 лет его возглавляет народный артист России Владимир Гусев. Русская душа – это, во-первых, не один инструмент. Это все-таки, наверное, оркестр. Когда сочетается дудочка, балалайка, баян, гусли – это такая красота, это такая мягкость, это такая теплота. Это вообще такое счастье, которое удерживает меня в этой профессии так долго. В репертуаре оркестра более 5000 сочинений, обработки народных мелодий, классические, джазовые, даже рок-композиции, чтобы постоянно удивлять слушателей. На выставке в вагонах метропоезда уникальные снимки, которые предоставил музей города, архивные кадры и заметки о творчестве коллектива из газеты «Советская Сибирь». Также можно познакомиться с современным составом оркестра и солистами. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.